цены на стиральные машины, ребята. 2599 злотых. Вот такая большая, 7 килограмм помещается. 2999 злотых. Вот такая машина стиральная. Или 29 тысяч гривен. Вот такая, 1893, Samsung. Такая машина. Зашли с мамой в магазин техники. Вот здесь вот Asus ноутбук, я смотрю, 5449 с характеристиками. Видите? Вот такой у меня дома остался. Он уже был старенький, я его не стала брать с собой. Вот такой есть еще. 2249 злотых с характеристиками. Вот такой, 1749 злотых, делим на 5, получаем цену в евро, умножаем на 10, цена в гривнах. Ну, в общем, цены очень-очень разные. Планшеты, 849 злотых или 8490 гривен Lenovo, или делим на 5, получаем цену в евро. Samsung 1199 злотых. Вот Lenovo 719 злотых. 499 злотых. То есть вариантов очень много. От 490 злотых. Это получается 100 евро, да? От 100 евро планшеты и далее. А вот смотрите, какой интересный планшет Huawei, таблет мультимедиа. 1089 злотых, вот он с клавиатуркой. Клавиатура английская. Кнопочки можно поменять, наверное же. Вот цена, 1089 злотых. Ходим рядом с ноутбуками. Я просто присматриваюсь и вам как раз покажу, ребята, цены. 2499 злотых Lenovo. Характеристики. А что вот это? Подороже. Лучшие характеристики. И большой ассортимент наушников самых разных цветов, очень красивые, современные. Ну да, маме жарко, говорит, в магазине техники. Холодильники, ребята, 1799, выше меня ростом, а вот тут слева 5970. Ну, то, наверное, камера, да? Электролюкс. Тут, наверное, камера, а это, видимо, холодильник. Сейчас посмотрю. А может, это морозильные камеры обе? А. Ну, не буду дергать. И вот холодильники. 1179 злотых. И 1089 злотых. Газовая печка, ребята, 1219 злотых или 12 тысяч гривен. И вот такие вот современные, 2370 злотых. И духовочки, кстати, 629 злотых, 327 злотых. Зубные щетки, ребята, посмотрите. А вот, ребята, мама даже подняла, попробовала по весу утюг. 59 злотых или 590 гривен. Или 10 евро. Недорого, кстати. Ну вот есть и дороже. 129 злотых, 1290 гривен. Вот такие утюги еще более качественные. 429 злотых, но это уже фирма.
То есть вариантов много разных. Вот такие. Фены. Вот, ребята, для девушек, для красоты. Посмотрите, сколько для накручивания локонов. Такая красота. Не надо на бегудях мучиться, лежать, валяться. Разные насадки. Да, разные насадки. Красота в кармашке. Я дома это все было, а здесь нет. Вот смотрите, какие большие утюги. Мама говорит, это может пылесосы. 1499 злотых. Нет, это утюги с подставочкой. Видите? Какая красота. Пауэрбанки, разная цена. Лампочки, цена, ребята, 24 злотых. 17 злотых. 13 злотых, разные цены. 31 злотая. Или 31 злотый. Мои дорогие, за ваши лайки, комментарии, за ваши просмотры, за подписки. Простите, что не могу всем ответить сразу и быстро. Очень много работаю. Сейчас по вторым сменам. Это очень тяжело. То 10, то 8 часов. Поздные катания с работы, да, мам? Да. Короче, очень непросто все. И с Ютубом не успеваю я, ребята, так что простите, как будет выходной. Вот сейчас у меня пятница, выходной, я пришла утром, поспала 4 часа и с мамой отправились на Бонарку, чтобы искупиться, потому что праздничные дни. Не переживай, еще будут автобусы. И 2 дня будут закрыты все магазины, и продукты купить будет негде. Всем спасибо, мои дорогие. До скорой встречи. И всем пока. Хорошего дня и берегите себя. Девчонки вам помахали.